Простите. Ну только тоже нам это все не дается. Не, 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 Лентерон, что, из раздевалки, я могу в раздевалку. Оттуда вышел. Здравствуйте, Лентерон. Ну как вам матч и результат? Ну, хотелось выиграть, конечно, потому что видели, что по игре мы были лучше, и по мне это был лучший матч после перерыва. Функционал, понятно, у всех есть, там немножко было не, так сказать, немножко, не, где-то немножко не повезло, где-то немножко не хватило мастерства, но мы все согласились, что мы играли лучше, чем Лока. Я ребятам сказал, чтобы они дотерпели, осталось не так долго, чтобы чемпионат завершился. Как вам поведение Доминика Тедеско? Насколько солидарны с ним его такой нервной реакции? Если бы я был на его месте, я даже не знаю, что. Ну, я его понимаю. Я его понимаю. Потому что я вспоминаю 2008 год, это очень похоже на ту судью, с которой мы там. Ну, довольны в целом судейством с протоколом? Мы договорились, что не будем это комментировать. Вы все видели сами и делайте сами выводы. Леонид Арнольдович, буквально вчера было объявлено о том, что Томас Сторм покидает клуб. Чем продиктована основная причина этого решения? Я не комментирую, это наша внутренняя кухня. Мы с ним расстались по-хорошему, я ему благодарен за все хорошее, что он сделал. Это, пожалуйста, комментарий. Могу сказать, что на этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Это все, спасибо. Чем привлекла его кандидатура? А вы знаете, как успехи Уфы? Ну да, хорошо, но это клуб, это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успехов, который ведет правильную селекционную работу и то, что нам необходимо, поскольку вы прекрасно понимаете, что после последней очередной девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял снова примерно 15-20% бюджета. Это как проклятие. Поэтому. Это значит, что «Спартак» будет существовать тоже в стесненных условиях финансовых? А кто сейчас не стесненных финансовых условиях, кроме одного клуба? Все клубы находятся, но в самых, если посмотрите, бюджет клуба Уфы и «Спартака» отличается там, не знаю, там в 5-6 раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5-6 раз выше. А задачи ему какие? Турнирные, спортивные? Это давайте потом ответим. Я вам пока первым дал инсайт. Радуйтесь. Спасибо. Каков кредит доверия? Каков кредит доверия? По ТДСК, Леонид Арнольдович. Я с ТДСК встречался и сказал, что я в него верю. И вы сами видели, что игра сегодня была правильной. Он остается на следующий сезон? Про кредит не спрашивай. Кредит нахер уволят. Спасибо.